Посмотрите, вот это все брошенная территория. Здесь когда-то были гаражи у людей. Ну, может быть, они были не очень красивые, не очень правильные, плохо построены. Ну, помогли бы людям сделать хорошо. Но для чего их было варварскими методами? Отсюда же выгоняли их экскаваторами какими-то. Вытаскивали, гаражи рвали, стаскивали. И ради чего? Вот это все добиться? Администрации, чего вы добились? Они дыры в заборах. Заходи, кто что хочешь. Дети заходят, к сожалению, играют. Ну, вот несанкционированная свалка. И тут она будет расти. Вывозят, вот так бросают. И так будет дальше. До тех пор, пока они будут видеть, что чиновники забросили это место. Нахожусь здесь, потому что позвонили люди из близлежащих домов и сказали, ну огородите эту территорию, потому что тут ходят, играют дети. Понятно, пацанам любопытно, им интересно. Они заходят вот зимой во все эти развалины какие-то. Тут же страшно, тут, я не знаю, какие-то волчьи ямы. Здесь колючая проволока, остатки стройматериалов. Это же опасно здесь быть. Призываю администрацию, полицию к тому, чтобы оградить этот участок и взять его в оборот. Здесь можно построить школу, территории хватает. Внизу течет река, городская река, которая может быть прекрасным, которая может быть украшением города. Если ее украсить, убрать в берега, то было бы насколько хорошо. То есть почему вот это нельзя делать сразу со строительством микрорайона? Сейчас стоит вопрос о придании имен героев современных каким-то рязанским городским территориям. Ну давайте представим, что вот на этом месте будет большой парк имени героев рязанцев. Давайте представим, что здесь будет хорошая большая школа, такой комплексный образовательный центр имени героев. Вот так можно хорошо увековечить память. Это будет правильно, красиво, это достойно будет. А вот такая заброшенная, разбомбленная территория – это позор для города Рязани, для нашего древнего города. Мы настолько древний город, что мы должны уже быть просто идеальным городом. А вместо этого у нас какой-то заброшенный, как будто где-то в диком лесу, неизвестно, где-то далеко от цивилизации, такой бардак. Так быть не должно. Обращаясь к администрации, возьмите, наведите порядок на территории, возьмите территорию в работу –